Как мы можем помочь прийти к состоянию радости, когда Творец ожесточает сердце? Ну и что? Почему я в таком состоянии, когда он отягощает сердце, не могу быть в радости? Если я понимаю, что именно в отягощении сердца я получаю место для работы, я этим обретаю духовное, вечность, мой свой подъем, и этим я поднимаю всю реальность, весь мир. Почему же я не могу этого сделать? Почему мне нужно находиться как раз-таки не в радости, если я связан с товарищами, если я знаю, какая цель стоит перед нами, я могу радоваться, даже находясь в самой тяжелой работе. Тут дело не в тяжести, а дело в единстве между нами, в единстве с Творцом. Если есть эти соединения, эти связи, оттуда приходит радость, оттуда приходит уверенность. Все. Сила веры, уверенности, объединение, Творец, отдача — все это приходит только из приближения между нами, из сближения, из близости между нами. Говорить об этом в десятке, может это помочь создать эту радость? Конечно. Говорите, в самых тяжелых состояниях говорите между собой в десятке, и вы увидите, как вы очень быстро обращаете отчаяние в радость. Да? Нет никакой проблемы. Потому что вы можете друг другу обеспечить что-то от Высшего Света. Сказано, «Внутри народа моего поселяюсь я». Творец находится в группе, только скрытым образом. Насколько вы стараетесь соединиться еще больше в устремлении к центру десятки, там вы раскрываете его, он уже светит оттуда вам.